Всем приветики. Я хотел бы показать вам, как работают защитные линзы для компьютерных очков. Вернее, защитное напыление на стеклах очков. Потому что эти очки я покупал с линзами, которые будут сделаны из стекла. Или, как там правильно, я не знаю. Или из стекла уже защитного или с защитным напылением, которое защищает от вредного излучения компьютера. Считается, что у компьютера и мобильного телефона вредное излучение — это такой синеватый свет. И эти очки, они как бы защищают от этого света. Это такое зелененькое напыление. Здесь вот фиолетово отображается, но обычно, когда на них смотришь на свет, вот, видно лампочка, которая сверху, она такая зеленоватая. И обычно, когда на них смотришь, ну, вживую, когда на них смотришь, на свет, на них такой, действительно, такой зеленый оттенок. Просто на камере это не видно. Но вообще вот видно, что он такая немножко зеленоватая. И на них действительно зеленый оттенок. И вот он, по идее, должен защищать от этого синеватого излучения. У меня появился вот фонарик ультрафиолетовый. Раньше у меня такого не было. Вот он. Я его недавно купил, кстати. И вот он светит. И очки, они как бы защищают от него. То есть вот ты сидишь за компьютером, смотришь, и свет, который идет от компьютера такой, именно синеватый, который считается вредным, по идее, он тебе в глаза благодаря этим очкам не попадает. Видно, что так есть свет синий на простыне. Если без очков, а если очки поставить напротив этого света, то он уже не попадает. Очки действительно не дают пройти такому свету. То есть так вот работает защита, ну, для компьютера. Она просто не пропускает синий свет, и по идее вашим глазам становится легче. То есть если вот посветить в камеру, то есть видно, что вот он блик такой идет, кружочек, плюс такая синева вокруг, вот она снизу. Если я здесь очки, все, и блик пропадает, и синева пропадает. И в целом картинка меняется, видно, что... Ну, то есть действительно защищает. Видно, что так вот оно светит, прямо видно, что попадает в камеру и типа ярко становится. А так все. То есть действительно защищает. Именно, ну, так как заявлено, от синевы, от этой, оно защищает. В целом, если, конечно же, там бесконечно сидеть за компьютером, глаза по-любому устанут. Потому что все-таки они напрягаются, смотря на компьютер. Но именно от синего цвета, который как бы вроде считается вредным, эти очки защищают, и глазам будет полегче. Таким вот образом. Таким вот образом и работает защита. Но я всегда в этих очках сижу. Ну и вроде как действительно немножко получше себя в них чувствую. То есть, когда без очков сижу в телефоне, глаза от телефона у меня больше напрягаются, чем от компьютера. Но в компьютере я все время в этих очках сижу. А в телефоне либо вообще без очков, либо в обычных очках, которые без какого-либо напыления. Поэтому вот идет цвет. Опа, уже не идет. Так что таким вот образом работает защита. Ну, это именно то, что я хотел показать. Как работают мои очки. А на этом все. Всем покедова.